Добрый вечер, уважаемые телезрители. Четверг, и как всегда в это время на телеканале «Тонус» в прямом эфире очередная передача «Полный контакт». Я с большим удовольствием хочу представить вам, уважаемые телезрители, нашего сегодняшнего гостя и собеседника, известного не только у нас в стране, но и во всем мире богослова, доктора богословских наук, профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Алексей Ильич, мы рады приветствовать вас в нашей студии. Сегодня вот для меня, например, несколько необычный эфир. Впервые мне приходится проводить эфир с человеком, я бы не сказал этой профессии, но вот такого убеждения, как вы. Встречаемся мы с вами в праздничные дни. Только недавно прошло Рождество. Во вторник крещение, если не ошибаюсь, вот эти дни святочные, так называются, святыми. Я надеюсь, эфир у нас будет чистый, гладкий и святой. Алексей Ильич, хотелось бы вот о чем с вами поговорить и услышать ваше мнение вот по каким вопросам. Напоминаю телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, телефон нашей студии вы знаете и можете звонить. Наверное, вопрос, который интересует и волнует не только меня, но очень и очень много людей и в нашем городе, и на земле. Вот. Есть люди, которые верят в Бога. Есть люди, которые не верят в Бога, атеисты. Не доказано, есть Бог или нет Бога на самом деле. То и другое недоказуемо. И если говорить о нашей религии, о православии, то ведь существует очень много религий. Мы знаем вот три основных религии – это буддизм, мусульманство и христианство. И каждая из них считает, что она именно истина. Не говорит ли это о том, что даже в среде верующих наблюдаются, скажем так, несовпадения позиций или существуют разные мнения? Нельзя ли сказать, что вот… Поскольку вот много религий, то Бога-то на самом деле и нет. Вы правы, этот вопрос интересует действительно очень многих, и его приходится слышать довольно часто. Но вот в отношении проблемы бытия Бога, ведь вопрос, к чему, собственно, сводится, и к чему очень часто обычно сводят его те, которые спрашивают. Если его попытаться сформулировать очень кратко, совсем кратко, то вопрос к тому сводится. Можете ли вы доказать, что есть Бог? Если вот это я и хотел у вас спросить. Вот видите, да. На это приходится отвечать, знаете, каким образом? А вы знаете, что такое доказать существование какой-либо реальной вещи, реального явления, реального объекта? Что значит доказать? Вот довольно часто я на лекциях даже привожу такой пример. А вот можно ли доказать, что существует жирафа? Если уж так, знаете, строго, очень строго размыслить, так строго, что более невозможно даже. Ведь жираф и существовать не может. Такая длинная шея. Совершенно очевидно, что какая же гипертония должна быть у такого животного. Невероятная. А если еще представить, где живет эта жирафа? В пустыне, где водятся львы, хищники. Тут же перегрызут эту длинную шею. Поэтому утверждение тех наивных людей, которые говорят, что будто бы существует это длинношеее животное, это просто абсурд. Его быть не может. Но мы видим его. Вопрос, а как доказать, что он есть? Оказывается, в науке существует два очень интересных, я бы сказал, критерия. Не столько интересных, сколько важных и необходимых. Когда говорят о доказательстве какой-то вещи или явления, то предполагается, первое, или вообще предполагается следующее. Нужно найти средство убедить человека, чтобы он сам мог убедиться в этом. Как он может убедиться в этом? Двумя способами. Или он может поверить тому, кто видел это. Это первое. Есть такие чудаки, которые утверждают, что будто бы жираф существует. Но поскольку все, как вы видите, научные выводы против, то можно усомниться. Второе требование научное такого рода. Хорошо, я все-таки не доверяю этим людям. Ну, мало ли, знаете, особенно там в пустынях, миражи разные могут быть, могу такие картины, да? Ну, конечно. Второй есть критерий.
Это принцип верификации. Он заключается в том, что доказывающий или убеждающий в чем-то должен предложить реальный способ проверки самому тому человеку, который хочет убедиться в существовании этого, допустим, животного. Вот если с этой точки зрения мы подойдем к проблеме бытия Бога, тогда смотрите, какая получается ситуация. Ведь как убедиться действительно, что есть жирафа? Или я верю людям, которые видели, или если не верю, мне скажут, ну, можете съездить в московский зоопарк, ну нет, там, в конце концов, кенийский парк. И там увидите. И там увидите. А как быть в отношении от бытия Бога? Что значит доказать, есть ли он или нет? И вот с этой точки зрения, с точки зрения этих двух, я бы сказал, ну, требований, которые предъявляются в этом плане, в отношении Бога, первое, существует огромнейшее количество людей за всю историю человечества. Причем людей не каких-нибудь, а людей, которые ставили своей целью, целью жизни, не допустить никакого греха, то есть никакого обмана, всячески избегать какой-либо фантазии, всяких мысленных грез. И вот существует огромнейшее количество людей, которые утверждают, что они реально пережили Бога. Реально. Причем это свое убеждение часто они подтверждали не как-нибудь. А если мы обратимся, например, к истории христианства, то здесь мы встречаем поразительную картину. Как вам, наверное, известно, первые 300 лет существования христианства шло непрерывное почти гонение на христиан. Да. Христианство было поставлено вне закона. Религия вне закона. За одно имя христианин человек подвергался казни. Причем не какой-нибудь казни, а жестокой казни. И вы представляете, что миллионы людей предпочли умереть этой жестокой смертью, но не отказаться от своей веры в Бога. Причем, знаете, что очень часто требовалось при этом? Очень немногое. Достаточно было взять горсть зерен и бросить на жертвенник перед кумиром языческим. И все. Человек тут же освобождался. Нет. То есть, следовательно, у них это было не мнение о том, что есть Бог, не предположение, и даже, если хотите, не твердая уверенность, а это было убеждение такой силы, за которой они отдавали жизнь. На это можно возразить. Ну, знаете ли, есть герои любой идеи. Верно, согласен. Мы находим подчас страдальцев за самые фантастические идеи. Сколько их? Единицы. Здесь миллионы. И повторяю еще раз, каких людей? Многие из них, которых церковь, например, называет святыми. Что значит? Повторяю еще раз. В мыслях они боялись допустить ложь. Даже в мысли, тем более обмануть человека, который спрашивает. Итак, мы имеем, во-первых, огромнейшее количество тех, которые свидетельствуют, да, есть Бог. Мы сами его непосредственно пережили, видели. В этом смысле. Бог – Дух, и его видеть глазами этим нельзя. Да. Мы пережили. Это первое. Но вот когда мне об этом расскажут, я все-таки так подумаю и скажу, ну, верно, они-то видели, но они убеждены. А я бы хотел сам убедиться. И я бы хотел. Есть способ к этому или нет? Да. Христианцы на этот вопрос отвечают, я бы сказал, совершенно однозначно. Оказывается, есть целая, если хотите, наука. Религия – это есть наука. Целая наука, пройдя которую, человек действительно убедится, что он есть. Но наука совершенно необычная. Это не математика, не инженерное дело, не физика. Здесь совершенно другой подход и другой принцип. Кратко он сформулирован в Евангелии таким образом. «Блаженны чистые сердцем, они увидят Бога». То есть, оказывается, условием познания Бога, его существования, во-первых, и затем его переживания как такового, является нравственная чистота, совершенство человека. Недаром еще древние мыслители говорили, подобное познается подобным.
так и здесь. Оказывается, по своему нравственному, по своему духовному состоянию, приходя в подобные Богу состояние, человек способен, начинает ощутить Бога, соединиться с Богом, пережить Бога, убедиться, что Он есть. Итак, если говорить о доказательствах, о доказательстве, то христианство предлагает, первое, колоссальное количество свидетелей. Второе, дает путь проверки самому человеку, убедиться в истинности их свидетельств. Вы сказали, что религия и атеизм, кажется, находятся на одной плоскости, одинаково недоказуемо. А посмотрите теперь, давайте те же критерии попытаемся применить к атеизму. Первое. Каких свидетелей может предложить атеизм, которые бы сказали, мы знаем, что нет Бога? Интересно, кто может это сказать? Само основное требование науки, утверждение, что познаваемый мир бесконечен. А это действительно так. Познаваемый мир бесконечен. О чем говорит? Что любое познание наше на любой данный момент является ничтожной каплей в океане непознанного. А скажите, что можно сказать о человеке, который, подойдя к гигантскому дворцу и пройдя одну-две комнаты, прекрасные комнаты, обставленные, чистота, порядок, заявит, не встретив там никого, заявит, да тут никто и не живет. Говорит, простите, вы всего только одну-две комнаты посетили, там еще тысячи. То есть, повторяю, могут ли вообще в принципе быть такие свидетели атеизма, которые бы сказали, я знаю, что нет Бога? Нет. Первое полностью отпадает. Второе. Пойдем к второму. Что ответит? Как убедиться в этом? Что ответит, да, человек, когда вот я спрошу его, человек атеистических убеждений, я спрошу, простите, я бы очень хотел бы узнать, что мне нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет. Я слышу, что без Бога широка дорога, живи как хочешь, все тебе позволено. Что я должен сделать, чтобы убедиться, что нет Бога? Скажите мне, пожалуйста. Вот такое молчание является ответом. Причем учтите, этот вопрос я задавал не кому-нибудь, не простым людям. Я задавал людям самого высокого философского уровня образования и степеней. Ответ – молчание. Представьте себе, если атеизм не может ответить на важнейший вопрос, на существо всего его утверждения, что я должен сделать, чтобы убедиться, что нет Бога, не может ответить. Что же тогда стоит это мировоззрение, простите? Итак, кажется, мы с вами немножко смогли обсудить. Религия, с одной стороны, имеет и свидетелей, и предлагает путь проверки, атеизм не имеет ни свидетелей, ни дает средства проверки. По-моему, это уже очень о многом говорит. А если мы возьмем другие вещи, например, такой факт, что вера в Бога является общечеловеческим фактом, общечеловеческим. Плутарх, известный римский ученый, говорил, что вы обойдете народы, вы найдете города без дворцов, без монет, без государственного устройства, но вы не найдете ни одного племени, в котором бы не было жертвенников поклонения божеству. Действительно так. Не найдено ни одного племени нерелигиозного. Я помню, когда однажды встретил книгу Зыбковца, нашего известного доктора философии, да, он занимался все время религией. Книга называлась «Человек без религии», по-моему. Да, я тут же бросился читать, мне интересно было. Оказывается, нет. Предположения существуют, что будто бы нигде не найдено племени безрелигиозного. Неужели это опять ни о чем не говорит? Я уже не говорю о других вещах. Существует в богословии, вы знаете, очень много, я бы сказал, так называемых доказательств бытия Божия. Сейчас, конечно, это не время и не место излагать их, но скажу вам, что аргументов очень много.
подтверждающих бытие Бога. Возьмите хотя бы вот самых, ну, близких нам. Вот Ян Кронштадтский, например, он скончался в 1908 году. Человек, о котором написаны, что называется, горы книг. Это удивительный человек. Удивительный чем? Что в этих книгах мы встречаем множество, поразительное множество фактов исцелений, чудотворений, которые совершались на глазах всех людей. Причем колоссальное количество. Как нужно относиться к этому? Колоссальное количество чудотворений. Часто по телефонному звонку, по телеграмме. Уж не говорю о непосредственном контакте его с другими людьми. А Ксения Петербургская? Стоит только в Петербург приехать. Весь Петербург знает, кто это такая. И все это случайно. Все это просто так, все это психологизм. Вот так, это то, что, кратко, конечно, то, что можно сказать по вопросу, который касается бытия Бога и доказательств его бытия. Так, можно, Алексей Ильич, я сразу попробую вам, не то чтобы возразить, я хотел бы сказать, чтобы вы верно поняли, наши телезрители, у нас сегодня не диспут с вами. Конечно. Поскольку я не столь силен в этой науке. Но одно из утверждений, вот, которым пользуются люди, самые простые, смертные, обыкновенные, сталкиваясь с тем или иным явлением, с тем или иным случаем в своей жизни, они говорят, да, если Бог есть, если Бог – это любовь, то почему войны, почему люди убивают друг друга? Почему была война в Афганистане? Почему война в Чечне? Почему сейчас американцы бомбят Ирак? Неужели это богоугодное дело, и оно ему угодно? Как вот можно твердо верить в Бога, зная, что вот такое вот на земле вот творится? Совершенно верно. Обычно, когда мы обращаемся к этому вопросу, то всегда возникает ответная просьба. Просьба такого рода. Вы все, как, ну, большинство людей, живут в семье. Да. Откуда у вас эти ссоры, скажите? Неужели это Богу угодно? Подчас драки. Нередки разводы. Откуда это? Неужели Богу угодно это? И каждый, кого спросите, скажет. Она скажет, он виноват. Он скажет, она виновата. В том-то и вся суть, что все эти процессы трагические, которые в маленьком масштабе – это семейные ссоры, в общественном – более крупные явления, в мировом масштабе – это между отдельными государствами и народами, чем обусловлены. Христианство указывает на корень этих вещей. Оно что говорит? Очень просто. С пятого этажа, вот у вас четвертый этаж, да, вы, наверное, посоветуете, как спускаться отсюда. Ну, по лестнице, правда? По лестнице. А вот видите, как, а мне не хочется, а я хочу в окно. Знаете, так интересно, парить в воздухе, так великолепно и быстро. Вы скажете, что, разве можно? Вы забыли про закон тяготения. А мне не нравится закон тяготения. То есть, откуда причина всех этих конфликтов? То, что христианство именует грехом. А что такое грех? Нарушение объективно существующих нравственных, психологических и прочих законов нашего бытия. Ссоры в семье откуда? Мы же знаем. Вот оттуда же происходят и контакты глобальные. Так что не Бог является, конечно, причиной этих вещей. Напротив, Бог просит, предупреждает, говорит людям, вот заповеди. Что такое заповеди? Заповеди – это как раз есть не требование Бога, совсем нет, а предупреждение Бога о том, что не делайте вот так, иначе вам будет плохо. Не ходите туда, на улицу, с четвертого этажа в окошко, иначе вы поломаете себе ручки и ножки. Вот вам будет и война, вот вам будет и трагедия. Вот каким образом, я говорю, в принципе, так отвечая на этот действительно волнующий очень многих вопросов. Причина, значит, где? Не в Боге, а в нашем рабстве вот этим вот, то, что называется, страстям. Я не могу ни пить, ни пьянствовать. Видите ли? Не можешь? Так что ж ты винишь Бога, когда у тебя цирроз печени возникает? Бог виноват.
у соседнего народа, ой, какие хорошие земли. Так, хорошие поля, полезные ископаемые. И двинулся Гитлер на Россию. Разбогатеть захотел. Вот вам войны. От страстей это происходит. От грехов. Вот в чем причина. Вот так я бы мог так пояснить просто. Просто, да. Алексеевич, ну вот мы как раз подошли к тому, о чем бы хотелось еще чуть-чуть подробнее поговорить, прежде чем начать отвечать на вопросы наших телезрителей. Вот уже поступили уже, да, эти вопросы в виде записок. Существует, доказано или не доказано, будем говорить так, высший разум, Бог, я не знаю, как назвать, может быть, я здесь скажу что-то не так. Вот, но очень убедительно вы сказали о том, что нет у атеистов доказательств отсутствия Бога. Но вот множество религий, от чего оно? Почему это так? Да, с древних времен, вы правильно сказали, нет ни единого племени, которое чему-либо не поклонялось. Так? Но мы живем с вами сейчас в христианском мире. Само летоисчисление от Рождества Христова. Вот. Но христианская религия, она не доминирующая во всем мире. Кроме того, само христианство подразделяется на различные течения. Православное, католики и так далее. Что в данном случае истина? Возможно ли, допустимо ли вот это множество, количество религий, либо есть какая-то одна истинная? И как вот доказать, что именно, допустим, православие является истинной религией, а не является истинной религией мусульманства? Да, это вопрос очень важный, серьезный вопрос. Я попытаюсь прояснить его. Существует один мир, познаваемый мир. А вы знаете, сколько в астрономии различных теорий Вселенной? Не одна, а много. Если мы возьмем все микромиры, мир элементарных частиц, сколько разных теорий? Много. Откуда это? Странно. Мир один, а столько теорий? Мне очень нравится утверждение, которое, как мне кажется, является одним из, ну, просто одним из замечательных открытий, хотя это, собственно, не открытие, а элементарная, кажется, истина. Но, говорят, все гениально и просто. Одно из утверждений 20 века, которое сейчас звучит с огромной силой, оно заключается в следующем. Любая совокупность фактов, экспериментальных фактов, может быть объяснена сколь угодно многими способами, причем непротиворечивыми, логически, то есть к которым вы логически никаких претензий не предъявите. По этому поводу, например, Филипп Франк, известный физик, да, например, он писал, что иногда мы смотрим множество теорий перед нами, и каждая из них имеет все основания для утверждения своей истинности. А в результате оказывается, что истина – совсем другая теория, о которой мы сейчас и не думали. К чему я это говорю? Уж если даже в отношении вещей этого мира, которые мы можем потрогать, разбить, разломать, понюхать, разложить, у нас такое огромное количество точек зрения, то что же можно сказать относительно природы того, кого мы именуем духом, не имеющим материальной формы существования? То есть это духовное существо. Как только мы сказали «Бог», этим самым мы сказали «духовное существо», только духовное. Переживание Бога в различной степени обусловлено нравственным и духовным состоянием человека, как мы уже говорили. Очень во многом. Обусловлено оно даже, если хотите, спецификой природных особенностей данного человека, данного племени, данного народа. Есть много различных, так сказать, черт, свойств, которые обуславливают восприятие этого духа, переживание его. И вот это различие в переживаниях, оно преломляется во что? В попытке выразить его словами и понятиями. Я переживаю, я чувствую, что есть
Кто-то, говорят так, кто-то есть, что-то есть. Да, ну кто, что? Вот садятся философы или там богословы, ну, садят люди, которые особенно этим обеспокоены, и начинают писать, кто он есть. И создается, смотрим, один написал одно, другой – другое. Но если этот человек очень авторитетный, талантливый, имеющий способность буквально вдохновлять других людей, просто покорять их, он становится религиозным реформатором. Он создает, говорят, религию. Будда, например. Это же был человек огромных способностей, принц. Получил колоссальное образование, все оставил, ушел в джунгли, много лет подвязался. Так? Представляете, какой почет и уважение было ему? Наконец он получает озарение и излагает это свое видение своим ученикам. Буддизм приобретает определенное распространение. Итак, есть, оказывается, религиозные формы и религиозные представления о Боге, которые проистекают из человека. Он что-то чувствует, а излагает это какими словами и понятиями? Вот теми, которыми мы пользуемся. Он говорит, Бог сильный как? Как вы выразить? Говорит, как бык, например. И мы видим у Вавилонян быков, крылатых быков, представляете? Да, он мудрый, как змей, правда, в индуизме, зайдите в храме, там гигантские изображения, кстати, великолепное изображение, это змея, перед которым брахман, знаете ли, кадит перед носом этого змея, ароматы. Итак, повторяю еще раз, есть, значит, некий путь, который в богословии называется естественным богопознанием, то есть, когда мы через преломляем это ощущение Бога через призму своих понятий, знаний, образов, и по аналогии с этими видим вещами создаем картины Бога. Чему они подобны, все эти картины? Они подобны примерно следующему, как в одной, знаете, индуистской притче. Сказано, четверо слепцов ощупывали слона. И их спросили, ну, кто такой слон? Но один потрогал ноги и говорит, слон – это пальмы. Другой там зацепил за хвостик, о, это змея. Третий потрогал его там за живот, говорит, о, это огромная бочка. Четвертый там до уха дотянулся, говорит, это банановые листья. Каждый из них прав, и каждый не прав. Необходимо, оказывается, какое-то целостное видение для того, чтобы иметь правильное представление об этом предмете. Христианство утверждает, что поскольку есть Бог, то возможно и сверхъестественное откровение, то есть когда Бог сам о себе говорит, открывается. И вот есть религии, которые утверждают, что они основаны на божественном откровении. Это, об этом говорит христианство, об этом говорит Ветхий Завет, иудейская религия, об этом говорит мусульманство, что Бог сам открылся. Поэтому вот здесь возникает тогда вопрос другого порядка. Хорошо, там все естественные религии, и там понятно, что да, там все это ощупывание слепых. А здесь как быть? О, вот здесь вопрос очень хороший. Здесь этот вопрос решается таким образом. Надо спросить. Взять лучших богословов из этих религий, лучших, самых лучших, каких только можно найти. И попросите их вот так, как мы с вами вот так сидим сейчас, и сказать, знаете, я прошу вас, не могли бы вы предложить мне аргументы, которые бы свидетельствовали о том, что ваша религия действительно богооткровенная, истинная? Я понимаю, что вы верите, да, и я верю в свое, вы в свое. Аргументы у вас есть какие-нибудь или нет? Так вот, в данном случае я не могу сейчас распространяться особенно, я это вижу, так? Я вам поэтому отвечу, ну, вынужден ответить очень кратко, что, как ни покажется вам удивительно, что, оказывается, только христианство может предложить вам эти аргументы. Объективные причем. Не то, что я верю, не то, что я переживаю. Вам об этом скажет любой представитель другой религии. Нет, нет, объективные.
то есть на которые может посмотреть и изучить человек со стороны. Со стороны. Даже, может, вообще не религиозный. У христианства есть потрясающие аргументы. Ну, я сейчас приведу хотя бы один, да, чтобы иметь представление. Конечно. Да? Иначе будет неполное. Ну, конечно. Иначе что ответ. Такое? Что за аргументы? Конечно. Да. Мы уже с вами вот упоминали сегодня, что в течение, например, 300 лет после возникновения христианства оно подвергалось страшнейшим преследованиям со стороны римского государства. И не только римского. О чем это говорит? Вы представьте себе, что каждый человек, который объявлял себя христианином, подвергался казни, ужасной казни. Вопрос возникает. Как же могло существовать христианство 300 лет? Я знаю, стоило мне стать христианином, и кто-то на меня донес смерть. А христианство не только существовало. Вы знаете, почему был Миланский эдикт в 313 году, который издал Константин, император великий? Почему? Христианство приобрело такой размах, такие масштабы. Столько верующих было у него, будем говорить современным языком, генералов, полковников, там, воинов. Столько знати. Он вынужден был уже считаться. Что это такое? Как могло быть? Откуда это? Ни в каком естественном порядке этот феномен объяснению не подлежит. Остается только одно. Следовательно, люди, принимающие тогда христианскую веру, об этом мы читаем, получали, вот тут я вынужден перейти, ну, на христианский язык. Вы извините меня, да, и для всех людей это, может быть, он будет не совсем понятным, да. Но я вынужден. Они получали такое действие благодати Бога, такое переживание радости, получали такие дары, в частности, прямо чудотворение, говорение на иностранных языках, дары пророчества, такой силы, перед которой все эти казни и угрозы смерти становились для них ничто. Повторяю вам, миллионы были замучены, миллионы. И смерть для них была ничто. Что же это за феномен такой? Это что такое? Вот объявите сейчас, что вот за такую-то веру будут казнены, причем жестоко. Много останется? Думаю, немного. Но хочу еще вам, Алексей... Но это только один аргумент. Попробовать. Есть еще целый ряд, да, аргументов. Попробуйте еще возразить. Да. Хорошо, христианство, истинная религия. Так почему внутри самого христианства православие, католицизм, протестантизм и так далее? Угу. И почему именно православие истина? Угу. Вот здесь уже я боюсь, что у нас картина будет посложнее, для того, чтобы я мог сейчас вам кратко и ясно ответить. Попытаюсь. Религия, ведь это же не сумма просто знаний. Существо религии в переживании Бога, которое обусловлено, как мы с вами говорили, нравственной и духовной чистотой человека, людей, сообщества людей, которые мы называем церковью. Любая религия может деградировать. Каким образом? За счет нравственной деградации людей. Вот мы упомянули бы католичество. Да. А все мы историю проходили и помним хотя бы такой факт, как крестовые походы. Это честь христианству? Это что такое? Когда отпускались грехи всем, кто идет освобождать гроб Господень, когда творились просто дикие убийства и насилие, когда на лошадях въезжали в собор Святой Софии. Но творились во имя Господа. Да, во имя-то да. А мы с вами что сказали? Истинность религии обусловлена духовной и нравственной чистотой. Я могу и зарезать во имя Господа. И этим самым покажу себе, в какого Бога я верю. Не в Бога, а в дьявола. Духовной и нравственной чистотой. Видите, католицизм пошел по какому пути? А папизм, что такое римский папа? Христос умывает ученикам ноги на прощальной вечере.
и говорит: «Вы меня называете учителем и Господом». Правильно. Видите, что я вам сделал? Делайте так же друг другу. Кто из вас хочет быть первым, да будет всем слугой. А что такое папизм, папа? Глава не просто глава всей церкви, непогрешимая глава, которому должны быть подчинены все епископы. Все. И всю историю папизма идет это иногда прямая агрессия, иногда культурная, психологическая, религиозная. Какая? По подчинению всех церквей мира папе. Вы подумайте, что делается. Вопреки прямым указаниям Христа, кто из вас первые да будут последними. Будьте как дети. Вот с чего началось, вот с этой гордыни. Как она возникла? Это неудивительно. Рим же был столицей в начале Римской империи. Естественно, римский епископ был первым из епископов. Естественно, все к нему относились соответствующим почтением и уважением, смотрели на Рим как на оплот религии, и постепенно вот это человеческое начало, гордостное, то есть вот антидуховное, приобрело господство над тем религиозным, христианским сознанием, о котором Христос говорит в Евангелии. Началась деградация. Недаром? Недаром же тот, о ком сейчас можно часто слышать, о ком пишет Евангелие Апокалипсис, как будет именуется? Антихрист. Христом себя он назовет. Христом. В смысле, какая, то есть, произойдет величайшая подмена Христа. Анти значит вместо. Анти. И против. Так вместо Христа. Как Христос? Объявит себя Христом. Поэтому декларация о своих христианских убеждениях без соответствующей духовной, правильной духовной и нравственной жизни – это есть самообман. Он закрывает от человека Бога. А как эта завеса начинает закрываться, то есть глаза перестают видеть, тут начинаются повреждения и догматические, и нравоучительные, и структурно-церковные, и прочее. Вот в чем причина того, что мы говорим, что католицизм неверен. Это глубокое заблуждение, это ошибка. Православие еще сохраняет изначальное христианство, как оно идет изначало. А протестантизм пошел еще дальше. Ему и католичество оказалось, знаете ли, слишком тяжелым. Я вам назову только один из тезисов, и вы сразу поймете. Вот как оценить такое, например, утверждение? Верующему, кто уверил во Христа, грех не вменяется в грех. Ну, так грех не вменяется в грех. То есть не грешен. Есть он верующий. Ну, здесь какое-то парадоксальное утверждение. Не только парадоксальное, ужасное. Оказывается, если я верую, куда же меня толкают? Стоит только поверить, и уже мне грех не вменяется в грех. Это что же тогда будет? Мы святы святостью Христовой. Что это за утверждение? Вместо подвига жизни, понуждение себя стать человеком, каким? По образу Христа. Здесь, оказывается, подход чисто формальный. Я верую во Христа, я свят. Это надо, знаете ли, иметь какое сознание, чтобы дойти до такого утверждения. От того, что я крестился и верую, что Христос 2000 лет тому назад пришел, пострадал за меня, значит, я уже свят? Простите. Мне кажется, каждому человеку сразу ясно, с чем мы имеем. Здесь какая-то колоссальная, принципиальная ошибка в понимании религии. Ну, вот так, это кратко я сказал. Если долго, то тогда, знаете, времени нам не хватит с вами. Да, времени нам, пожалуй, не хватит, Алексей Ильич. Как-то незаметно уже почти что 40 минут эфира у нас прошло. Вы знаете, поступило очень и очень много вопросов от наших телезрителей. Я даже не знаю, уважаемые телезрители, Прошу прощения, я очень долго говорю. Да. Нет, недолго, интересно, сможет ли Алексей Ильич ответить сегодня на все эти вопросы. Я бы сказал одно. Может быть, мы скажем нашим телезрителям, что наша встреча с вами не последняя.
Ну уж, пророчествовать, конечно, трудно, хотя интересно. Хотя интересно, да. Тогда, Алексей Ильич, если только это возможно, я почему говорю, если только возможно, кратко ответить на те вопросы, которые поступили. Да, я чувствую, у вас такая стопа. Да, стопа. Да, что здесь кратко ответить. Я вот постараюсь их как-то немножечко... Лобанов Евгений, врач, спрашивает, не является ли ислам агрессивной религией и не будет ли Третья мировая война между исламом и христианским миром? Я думаю, что в настоящий момент нет. Если искусственно не будет создана почва для конфликтов. Я встречаюсь с мусульманами, и, конечно, они совсем не те, что были в начале возникновения этой религии, когда ислам распространялся огнем и мечом. Сейчас, мне кажется, эта религия носит другой характер. И с моей точки зрения, этого при естественном ходе вещей, вот этого конфликта, не должно бы быть. Бабакин Юрий Викторович, наш телезритель, юрист по образованию, я просто знаю его, Юрий Викторович. Как вы относитесь к теологической теории происхождения государства? Теологической? Да, теологической, по-моему. Да, теологическая теория. Теологическая. Да, тут, конечно, требуется расшифровка для того, чтобы ответить. Потому что такое теологическое? Теологическое – это богословское. А богословских точек зрения на вопрос происхождения государства совсем не одна. И их достаточно много. Может быть, богословское некое осмысление государства как такового. Это да. Но опять-таки, с каких позиций? Я, как православный человек, могу сказать об одном, но я уверен, что уже католическая доктрина, например, другая, протестантская – третья. Поэтому и одной теологической точки зрения нет. Пока ограничимся этим. Алексей Иванов спрашивает, можно ли считать концепцию «Бог есть любовь» наиболее реальной? Существуют ведь и другие. Да. Нужно для того, чтобы ответить на этот вопрос более реальные, нужны критерии. А интересно, с помощью каких критерий мы можем судить об этом? Единственный критерий, который у нас есть. Пусть кто-нибудь в мире назовет что-то высшее для человека, чем любовь. В шалаше, в бедности, в изгнании готовы жить, но в любви. Помните Аиду? В дворцах, в роскоши и в изобилии, если нет любви, жизнь становится ненавистна. Итак, мы знаем, что нет в человеческом мире ничего более высокого, более прекрасного, более совершенного, чем любовь. И когда мы говорим «Бог», то мы говорим о ком? Об идеале всего совершенного, что можем себе представить. Поэтому я не вижу ничего другого более совершенного и возвышенного, чем утверждение, что Бог есть любовь. Кстати, это утверждение, которое встречается только в Новом Завете, беспрецедентно по существу, в истории религиозного сознания. Говорилось о милосердии Бога. Но каком милосердии? Я обладаю полнотой власти, ну и я могу кого-то помиловать, кого-то наказать. Христианство утверждает нечто уникальное и беспрецедентное. Он, сам Бог, становится последним нищим для спасения человека. На крест восходит. Поэтому апостол Павел и пишут, мы проповедуем Христа распята, иудеям – соблазн, эллинам – безумие. Да. Чтобы Бог позволил для спасения человека принять такой позор и такие вещи – это действительно безумие. И только нужно понять христианство, чтобы увидеть, что это предел любви, предел, выше которого уже нет. Как мать бросается в огонь, погибая сама, но спасая своего ребенка, тоже произошло здесь. Только исходя вот из этого критерия, мы можем сказать, да, выше этого я ничего не знаю. Алексей Ильич, тогда вопрос, наверное, будет у меня. Не кажется ли вам, что есть некое противоречие между Старым Ветхим Заветом и Новым? Вот, допустим, в пятой книге Моисеевой «Око за око, зуб за зуб, но нога за ногу» и так далее, и так далее, и так далее. Евангелие Христа, если тебя ударили по правой щеке, подставь левую. То есть там
разрешается или утверждается, или наказывается даже насилие определенное, а далее любовь? Вы правы, и на этот вопрос прямо отвечает сам Христос. Если возьмете Евангелие от Матфея, 5, 6 глава, вы найдете там удивительные слова. Христос, обращаясь к евреям, окружающим Его, и говорит: «Вам сказано, око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам напасть». Прямо и перечисляет. Вопрос действительно, а как же такой? Моисей же сказал. Да, Моисей. А он на это отвечает, Христос: «По жестокосердию вашему так было сказано, но так не было от начала». Так, продолжим ответы на вопросы. Татьяна Федоровна, учитель. Можно ли быть православным политиком, банкиром, милиционером? И есть ли неправославные профессии? Угу. Да, я думаю, что все указанные здесь, конечно, можно. Но неправославные профессии, я думаю, есть. Например, сейчас вот предложат нам за $1000 в месяц приводить в исполнение смертный приговор. Или держать казино. Или держать публичный дом. И подобного рода. Да, есть. К сожалению, тоже достаточно тех профессий, которые христианство исключает для христианина. Но, наверное, только ли для христианина исключаются эти профессии? Как относятся к ним другие религии, вы можете сказать? Дело вот в чем. Что в отношении других религий, тут ситуация зависит от тех нравственных требований, которые содержатся в их законе. Для мусульманства, например, тоже перечисленные мною, ну, не все, тоже некоторые вещи. Вот сейчас, знаете, в Саудовской Аравии, знаете, какое принято постановление? Что все туристки, въезжающие туда, по-моему, забыл, в Саудовской Аравии или в другой, я забыл, какое-то арабское государство, угу, мусульманское, должны одевать соответствующим, нет, не лицо открыто, одевать соответствующим образом, чтобы никаких не было соблазнительных вещей. Например, так что в исламе то же самое. Вы видите, очень строгие моральные требования, очень строгие. Я когда, помню, прилетел в Тегеран, я сначала не понял, куда я попал. Что это сплошной женский монастырь, все в черном, в длинном одеянии. От маленьких девочек до, естественно, всех. Так что там очень твердые нравственные принципы. Так что там то же самое, запрет на очень многие профессии имеет место. Спасибо. С приходом христианства на Русь, спрашивает наш телезритель Николай, выжигались капища, и сама вера языческая уничтожалась безжалостно. Не может ли постигнуть такая же участь христианства, если, допустим, что появятся люди, называя своего Бога истинным? Не должно ли христианство нести чувство вины за содеянное? Дело в том, что такие факты были, имели место, но забывает о том, что эти факты на фоне общего исторического процесса христианизации Руси были отдельными, локальными и ничтожными моментами. Мы помним, как Владимир принял, князь Владимир, христианство. Приняла его дружина. Князя Владимира любили все. И кто противились? Для этого нужно посмотреть. В основном противниками были жрецы, то есть те люди, которые от религии имели соответствующие доход, жизнь и так далее. Вот были люди, конечно, убежденные. Но я скажу так, по тем временам, да, были столкновения, это совершенно верно. Но это был процесс совершенно естественный, когда страсти, оказывается, превозмогали, если хотите, веру. Но сам Владимир с чего начал? Он начал отпускать преступников. И чуть ли не натворил даже, знаете, таких дел, что вынужденные епископы были ему сказать: «Владимир, что ты делаешь? Если ты будешь так поступать, то скоро твое государство превратится в вертеп разбойников». Да. Так что нужно смотреть на учение христианское и на тех, кто действительно соответствовал христианским началам жизни. Но что в христианстве всегда были люди, отступающие от них, и есть они, и будут они,
Об этом говорить не приходится. Они были и тогда. Тем более, что если только что обращенный язычник, который еще оставался по душе своей полным язычником, естественно, он мог применить и методы для обращения в свою веру, языческие. Но христианство против этих методов. И если они были, христианство именно решительно отмежевывается от них. Никакого насилия. Если бы насилие было возможно, тогда сам Господь Бог бы что сделал? Вот явился бы сейчас, и все бы не спали. Или пригрозил бы всем, я вас в преисподнюю. Все было бы очень просто. В том-то и дело, что христианство утверждает принцип свободы. И там, где нет свободного обращения, там не может быть и истинного христианства. Поэтому все эти факты, конечно, мы рассматриваем как негативные факты, как не соответствующие христианскому мировоззрению. Вот. А в отношении того, что с христианством может быть, это уже было. Возьмите революционные годы, 20-е, 30-е годы. Факты налицо. Как раз вот вопрос в продолжении вот того, чего сказали. Да, вы правы. Вот могу даже сказать по себе. Я отношусь к тому поколению, которое воспитывалось, я не скажу, что на принципах атеизма, но без религии. Да, нас крестили в церкви, но не более того. То есть прийти в церковь или прийти к Богу, многие сейчас вот идут, но как-то идут, скажем так, своей дорогой, пробираясь сквозь дебри, сквозь потемки. Вот, некоторые стесняются, допустим, пойти в церковь, прийти там и исповедь. Вот. И вот такой же, наверное, вопрос задает Николай Петрович, наш телезритель, педагог. Многие говорят, главное – это жить по совести. А вера в Бога, церковь, всякие ритуалы – это не надо, это лишнее. Вот как вы думаете, можно не ходить в церковь, не соблюдать вот, различные церковные каноны, но иметь, как говорится, Бога в душе, соблюдать заповеди и считать, что этого достаточно? Я скажу, что это в высшей степени трудно. Дело в том, что когда мы говорим «Бог» и говорим «церковь», то сразу за этими словами стоит целый ряд нравственных положений, нравственных идеалов, нравственных норм. Когда мы сказали «Бог», мы сразу говорим «любовь». Какая любовь? «Любите врагов ваших». Интересно, по совести, как я буду поступать? Когда мы говорим «церковь», нельзя завидовать. Завидовать? А что, я кому я разве плохо делаю? Ну, я завидую и завидую, я же зеленею. А что речь идет о мыслях, о моих чувствах, о моих взглядах, я говорю, физических даже, не умственных взглядах. Ведь сколько внутри нас и лицемерия, и лукавство, и притворство, и тщеславие, и гордыни. Это что такое? Откуда я могу взять вот этот весь комплекс вот этой грязи, которую я даже и не знаю, что это грязь? Только приобщившись к церкви, я могу узнать, что, оказывается, это грязь. Это грех что такое? То, что наносит мне рану. Оказывается, когда я горжусь, тщеславлюсь, завидую, я избиваю свою душу. Поэтому без церкви, в одиночку, это все равно, что взять и Средиземное море переплыть. Или еще лучше Атлантический океан. Взять прямо из Испании там в Америку, путь Колумба проделать. Если это легко, не знаю, может быть, но трудно, мне кажется. Владимир, экономист, спрашивает, как стать православным, как научиться молиться. Я понимаю, Алексей Ильич, ваш вздох. Он говорит о том, что в двух словах тяжело ответить на этот вопрос. Да. Но, может быть, что-то вы скажете нашему телезрителю? Да. Я скажу одну вещь, которая, может быть, прозвучит для многих, неожиданно даже для многих. Для того, чтобы стать христианином, в первую очередь нужно увидеть себя. Что это значит? Увидеть, что я далеко не соответствую тому идеалу человечности, который во мне присутствует и о котором мне очень часто напоминает моя совесть. Тот человек, который видит себя хорошим, достойным, нравственным, идеальным, он никогда христианином не станет. Даже если он формально крестится, если он формально будет ходить в церковь, он христианином не будет. Вот интересная вещь.
а от чего меня спасать-то, собственно? А зачем мне христианство? Я же хороший. Я уже хороший. Я хорош. В том-то и дело, поэтому обратите внимание, с чего начинается проповедь Иоанна Крестителя, этого предтечи Христа? Покайтесь. С чего начинает Христос свою проповедь? Покайтесь. Что такое покайтесь? Там стоит греческое слово метания, то есть изменение образа мыслей. Изменение меня, изменение. Я должен измениться, то есть отвергнуть вот то зло, которое я вижу в себе. Как, знаете, чири на носу. Я же не могу сказать, что это хорошо. Какая прекрасная изюминка у меня. Я сразу скажу, ой, надо мне от него избавиться. Так вот, чтобы стать христианином, чтобы стать православным, в первую очередь необходимо очищение своей совести. Для этого нужно себя увидеть. А как увидеть? Сравнить себя с Евангелием. Ведь нужна норма, критерий нужен. Я не знаю, если она белая, или серая, или черная, какая. Нужно сравнить с чем-то. Эталон. Все как вот длину. Сравнение. Длину. Вот надо взять, да, надо взять эталон, который в парижском подвале там метра. Вот тут я узнаю, длинная это или короткая вещь. Так и здесь нужен эталон. Так вот, если человек хочет стать православным, он должен, во-первых, изучить тщательно евангельские, вот это Евангелие. Кто же такой истинный человек? Каковы его свойства? Мы же все говорим «человек». Кто это человек? Норма. Евангелие дает эту норму человеку. Христос как образ и как учение. Вот нужно с чего начать. И сопоставив это, тогда я увижу, насколько я нищ, убог и нах. Увидев это, я смогу тогда обратиться туда, где хочу исправиться. Так начнется мое православие. Сергей Иванович, инженер, спрашивает, можно ли быть православным и верить в астрологию, сглаз, порчу, заниматься гаданием и экстрасенсорикой? И как православие относится к йоге, учению к йоге и учению Порфирия Иванова? Тут два вопросика. Да, да. Апостол Иаков в одном месте пишет, невозможно, чтобы из одного источника текла вода горькая и сладкая. Если я верю в Бога, тогда мне все ясно. Он же всемогущий. Он все может творить. И все зависит только от моего состояния, при котором я даю Богу в себе действовать или не даю. Скажу, отстань от меня, Господи, я сам умный. Когда же я начинаю верю и в Бога, да, Господи, но вот астрология мне в это время подскажет что-то другое. Я противопоставляю веру в Бога, вере в астрологию. То есть эти вещи несовместимы совершенно с христианством. Это просто, знаете, вот гадание на кофейной гуще. Вообще, признаюсь вам, я просто удивляюсь тому, что вот люди верят этим вещам. Я как-то узнал, что во Франции тратится на это больше на астрологические вот эти всякие вещи, чем на медицину даже средств расходуется. Я просто удивляюсь на это. Так вот, в отношении же йоги и Порфирия Иванова. Я вам скажу так. Йога – это система, в которой личный Бог, так как он понимается в христианстве, излишен и не нужен. Йога – это есть не что иное, как система, в конечном счете, самоспасения, самотренировки. Это, в конечном счете, это самообожествление. Йога в то же время является методом для многих индуистских систем, ортодоксальных и неортодоксальных. Вот одна из них, например, это самая популярная, Веданта, очень хорошо показывает, к какому состоянию приходит человек. Это самообожению, самообоготворению приходит. Учитель говорит, ты брахман, и затем он ходит годы, пока не убеждается, что он и есть брахман. Вивекананда, один из самых таких знаменитых, я бы сказал, представителей конца прошлого, начала этого века, этой системы Веданты, прямо утверждает, Бог – это ты, Бог – это твое тело, человек, это твоя душа. Самообожествление, то есть отрицание Бога как такового. Вот что лежит в корне, в основе йоги. Ну, а Порфирий Иванов, ну, простите, если он себя называет Богом, то о чем идет речь? Правда, хотя система его – это вот это обливание холодной водичкой, обтирание – это очень неплохо. Я думаю, это каждому пригодится, кто хочет немножко себя тонизировать. Тем более, что мы сейчас в тонусе находимся. Да, в тонусе.
Да. Алексей Ильич, осталось еще несколько вопросов. Я обращаюсь к нашим телезрителям. Поймите, просто невозможно ответить на все вопросы. Здесь есть и вопросы частного характера. Вот. Не такие глобальные, как, скажем, рассматривали мы. Поэтому, я думаю, может быть, как-нибудь вы сможете получить ответы на эти вопросы. И после того, как Алексей Ильич ответит на последний вопрос нашего сегодняшнего эфира. Алексей Ильич, вопрос такой. Где можно услышать ваше выступление и лекции? А, пожалуйста, 17 января я буду в городе Жуковском. Там буду выступать. А в Сергиевом Посаде. Вы же живете здесь, вы наш земляк. Я живу здесь, да. Но здесь я читаю по вторникам с половины второго до половины третьего лекции в актовом зале, и желающим разрешается присутствовать на лекции. По вторникам, да. Спасибо, Алексей Ильич. Мне хочется поблагодарить вас за то, что вы нашли время прийти сегодня к нам в студию. Мы с вами беседовали об очень важных вещах. Эфир, на мой взгляд, был очень интересен. И интересен не только мне, а нашим телезрителям. И самое главное, мне кажется, он был еще очень и очень полезен. Потому что многое то, о чем говорили мы с вами, и в частности то, о чем говорили вы, многие из нас даже... скажем так, не подозревали вот этого. Впервые доводилось, например, мне слышать такие убедительные доказательства того или иного вопроса, которые приводили вы сегодня. Поэтому я еще раз благодарю вас. Вот. А с телезрителями прощаюсь. И всего доброго, уважаемые телезрители. Спасибо и вам. Спасибо. Всего доброго.